Всем привет! Я Василина, и я решила попробовать записать видео с голосом. Это моя вторая русалка акварелью и лайнерами, и я немножечко налажала с размерами, потому что довольно редко рисую серии картинок, особенно на одном листе. А когда они рисуются на разных листах, всегда можно отсканировать и уже на компе подогнать по размеру друг к другу. Мне не очень нравится, как я придумала образы этих русалочек. Можно было сделать интереснее. На эскизе второй мадамы были нарисованы браслеты на руках и хвосте, а не перчатки. И сейчас я думаю, что с браслетами, наверное, было бы лучше. Но мне нравится моя работа акварелью. Я уже довольно давно ей не рисовала и думала, что совсем забыла, как ей пользоваться. Но получилось очень даже ничего. Мне прям очень нравится хвостик у второй русалочки. Обычно я рисую традиционные хвостики, а-ля диснеевская Ариэль или что-то похожее, но тут я вдохновилась другими авторами и решила попробовать что-то новое. Вообще, в процессе рисования в голове рождается очень много разных идей, и потихоньку, пока все не забылось, почиркаю наброски. И когда не буду знать, что нарисовать, можно будет эти почеркушки достать. Рисую этих красоток и думаю, жалко, что Мермей прошел мимо меня. Это было бы интересным испытанием собственных сил и проверка на богатство фантазии. Вообще, я ни разу не участвовала ни в каких челленджах, ни в рисовальных, ни в каких-либо еще. А теперь мне прям хочется, очень интересно, хотя бы попробовать вписаться в подобную штуку. Может, даже попробую свой какой-нибудь на неделю запустить. Даже если ко мне присоединятся всего 1-2 человека, это будет очень круто. Но это все позже, как запал будет. Пока что мне хочется наработать побольше материалов для Патреона. Хочется делать что-то действительно ценное, чтобы людям было интересно следить за тем, что я делаю. Хорошо, что кроме рисования я занимаюсь лазерной резкой. Можно придумать очень крутые вещицы и использовать оба творческих навыка. Мне тут срочно понадобилось сделать красивую резную коробочку для чая и конфет в подарок хорошему человеку. Так что буду делать, и как сделаю, тоже выложу на суд общественного мнения. Никогда не думала, что тексты к видеороликам могут так сложно писаться. Всегда, когда кого-то смотришь, кажется, что так легко. Включил видео и болтаешь, комментируешь происходящее. Все выглядит очень просто и естественно. Я попробовала так сделать, и это просто нереально сложно. Постоянно или мычишь, не зная, что сказать, или лезут слова-паразиты, или начинаешь разговаривать как слабоумный. Я искренне восхищаюсь теми людьми, которые могут вот так сходу записывать хорошие тексты. Мне пришлось переписывать и передиктовывать текст несколько раз. То таймлайн не совпадал, то с дикцией проблемы. Так что это лучшее из того, что у меня могло получиться. Возможно, с опытом у меня будет получаться лучше, интереснее. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. В своем инстаграме я выложила запись с летучими мышками и мыслями о том, что было бы чудно порисовать подобные стикеры к Хэллоуину. Так что пока я надиктовываю текст к этому видео, на планшете полным ходом идет чистка реестра, накатываются обновления и ставится свеженький графический софт. Выложу видео и займусь рисованием милой мелочевки. Итак, вроде бы на этом все. Подписывайтесь на мой инстаграм по ссылке внизу, а обе русалочки в ближайшие дни будут отсканированы, отретушированы и выложены на Patreon, ссылка на который также есть в описании. Всем привет! Я Василина, и я решила попробовать записать видео с голосом. Это моя вторая русалка акварелью и лайнерами. И я немножечко налажала с размерами, потому что довольно редко рисую серии картинок, особенно на одном листе. А когда они рисуются на разных листах, всегда можно